Высота сугробов на улицах Тольятти достигает более 30 сантиметров. Через два дня осадки ожидаются вновь. Как в городе справляются с последствиями снегопада? По информации глав районов, этот вопрос взят под личный контроль. В эти снежные дни на улицах Тольятти работает максимальное количество техники. Уже вывезено около 4000 кубометров снега. Техника выходит после 22 часов, когда уже минимальное количество транспорта всего и городского, и личного, и общественного на дорогах, естественно, и максимально под утро, то есть когда люди выезжают на работу. Ну, так как снегопад у нас он идет уже продолжительно, то есть не заканчивается, поэтому техника работает, как я уже сказал, в круглосуточном режиме, поэтому мы ситуацию держим под контроль.